Так, ладно, давайте займемся, собственно говоря, созданием нашей будущей территории. Угу. Только вопрос, где, думаешь, здесь где-нибудь фигануть? Да, пожалуй, вот в этих краях сделаем. Да, я думаю, норм будет. Ой, как что, правильно что ли? Да, так, вот платформа, фундамент. Ну, вот здесь вот давайте. Раз. Два. Четыре платформочки сделаем. Я не знаю, почему я здесь всегда делаю. Я видел разные гайды. Я видел разные гайды по, ну, именно вот по созданию, типа, идеальный биом, да, там для... Чё такое? Чё не хватает? Как свинца нет? Не понял. А, два свинца на одну платформу. Так, стоять. Ты мне ля-ля не лю-лю. Давай-ка по ящикам пошаримся. Ой. Это сейчас что? Эй, оу! Ты что делаешь, блин? Мне надо его брать. Так. Ага. Еще один свинец. Да не надо его брать, ты мне его открой по... Раз, два, три, четыре. Четыре, все, отлично. Так, где у нас? А где? Вот. Угу. Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту. Так вот, я видел всякие гайды по тому, типа, где там идеальное место для первой базы, там, для второй базы, еще что-то. Да, я... Все это смотрел и в целом даже с некоторыми согласен, но вот не знаю, мне почему-то дико нравится вот именно вот эта стартовая локация. Мне просто нравится. Просто банально нравится и все. На углу, да, делаем? Да, потом допилим, если что. Будет благоразумным разделять пространство для работы и досуга, чтобы максимизировать продуктивность. Да ты что, относитесь к данному пространству как к своему дому, но не забывайте, что оно им не является. Да-да-да. Так, давайте, поехали. Что тут у нас? Во-первых, раз, два. Так, 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 так. Все эти ненужные штуки сюда свалим. Весь титан соберем. Так, господи, да что ты, блин, да... Чё за нафиг? Да успокойся ты, блин! Я одно пытаюсь сделать, он то его взять пытается, то переименовать, блин, чё угодно, только не открыть. Так. Только бы не открывать. Так, отлично. Дальше. А, люк. Стоп, чего не хватает люку? Кварц. Ёшкин кот. Может, перекусим?
Может, и перекусим. Стой, зараза. Может быть, и перекусим. Так. Хорошо, что отыграю ловушка. Но скоро мы с ней распрощаемся. А зачем, когда у нас овощи будут расти в гигантских количествах? Так, у нас сейчас будет биореактор. Реактор. Био. Значит, что? Дроник, комплект проводов, персональная. Так. Ням, ням, ням. Да, доедай все полностью, господи. Чтоб экономить, блин. Так, нам нужен кварц. А тут кварца, здесь рыбы нет, да? Кварца. Угу. Чтоб сделать люк. Люк, я думаю. Может, здесь люк сделать? Кстати, вариант. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, люк. Люк, я твой отец. Так, прямой отсек один. Фиганем. От него уже сделаем люк. Именно так. Да блин! Титан кончился. Не, ну вы представляете, а? Что за жизнь без титана? Да заколебали, блин, сообщения присылать. Вы чё там? Уймитесь ненадолго. Занят я. Блин, ну не известняк же мне ковырять, ядрёная кочерышка. Ну что, никаких обломков поблизости нету. Да вы чё, угораете что ли, эй? Когда не надо, так я на эти обломки об них спотыкаюсь, постоянно, титановые. Когда надо, хрен чё найдёшь. Эй, как тебя там? Сталкер, шалкер, блин. Да-да-да, сейчас. Так, один титан. Нет, это не титан. Другой скрин просканировать тоже можно. По крайней мере, это тоже титан. Да что за непруха? Смотрите, ну ни одного обломочка нет вообще просто. Опа. Чувак, а с тобой что? Слышь, отдай. Слышь, отдай, а! Зараза, упер все-таки. Слышь, на бабушку на свою порычи заколебал. Угу, хорошо. Биореактор. Хм, вроде такая хрень, да? Большая, а ни входа, ничего не видать. Все-таки есть какой-то заплыв. Все что ли? Блин, еще один резак нужен. Еще один резак нужен. Где у нас там?
Так, ну вроде как бы... Да, набрали какое-то количество. Ладно, может сейчас по дороге еще цапнем. Сталкер! И титан, блин. Женщина об него зубы точите. Ой, не рычи. А то ножом почикаю. Тоже мне. Так. Я вообще где? А, ясно. Беда. О, есть. Еще 4 нашел. Аллилуйя. Пошли обработаем. Ну что там опять? Кто еще? Это штаб-квартира Альтера. Это, возможно, наше единственное окно связи. Мы не можем послать спасательный корабль до самого места крушения, так что Аврора, вы должны будете просто встретиться с нами на полпути. Мы загрузили чертежи в далее. Че? Данные черный ящик показывается, что защищенный терминал в капитанской эти по-прежнему работает. Бекки уходит на час 5. Ладно, скажи Бекки, что я возьму обычный. Далее обычный. Да, она поймет, о чем я. А вдруг нет? Да, вдруг просто скажи обычный. Я сказал обычно, она мне какой обычный, а мне теперь снова сюда топать. Обычно. Ага. Я вижу, ребят. Знаете, за такую морду бьют. Офигеть. Выживший из Дегази, список экипажа. Барт Торгал. Второстепенная цель для поиска и спасения Барт Торгал. Должность вице-президент корпорации Торгал. Статус пропал в космосе рядом с планетой 45-46Б. Возраст на момент исчезновения 19 лет. Единственный законорожденный ребенок Пола Торгала. Бенефициар усовершенствованных методов обучения и мозговых имплантантов. Прошел цифровое обучение в области углубленной биохимии и звездной экономики. Миссар Хасар сообщает, что Барт сопровождал своего отца. Кинан построен космической станции, где им предстояло работать в течение 5 лет в должности главного операционного директора. Выжившись с Аврора, бортовной журнал номер 2, капсула 6. Вы что делаете? Вас так, пассажир, вас так долго не было, я уж подумал, что вы утонули. Я пытаюсь привлечь что-нибудь внимание, член экипажа. Это не аварийная ракета, прекратите так размахивать. Вы подожжете топливо. Провод. Взрыв. Понятно. Коды и зацепки. Защищенный терминал кают капитана. Так, перед потерей связи штаб-квартира Альтера сумел загрузить набор чертежей на главный компьютер Авроры. В каюте капитана, находящийся за отсеком костюмов, краб находится защищенный терминал, откуда можно скачать чертежи. Чертежи, код 2679, понятно. Местные формы жизни. Растительный мир, море, висячее жало. Не обнаружено фотосинтезирующих клеток, подразумевает плотоядную адаптацию к условиям низкой освещенности. Фолликулы вдоль щупалец способны обнаруживать контакт с инородными телами, вызывает электромагнитный разряд в районе 600 вольт. Скорее всего, парализованная добыча переваривается в течение многих недель. Добыча мелкие рыбы избегать. Шипомет. Это растение адаптировалось к атмосферным колебаниям в воде со скоростью до 15 метров и способно как хватать своими щупальцами, так и метать шипы со скоростью до 10 метров в секунду. Хотя эти растения не способны парализовать мелких травоядных, но у них отсутствуют пищеварительные органы. Потенциальные хищники, попавшие в оборонительный периметр, служат предупреждением для других травоядных, чтобы не приближались, а затем, когда они разлагаются, они служат удобрением для шипомета. Оценка избегать или вывести из строя. Чертежи. Снаряжение. Пропульсионная пушка. Пропульсионная пушка позволяет техникам управлять гравитационными силами на дистанциях до 20 метров. Она широко используется в строительной и горнодобывающей промышленности для перемещения материалов. Инструкция по эксплуатации. Нажмите на спусковой механизм один раз, чтобы захватить и притянуть целевой объект весом менее 25 кг. Выполнив захват, объект можно безопасно извлечь из гравитационного луча. В качестве альтернативы нажмите на спусковой механизм второй раз, чтобы придать объекту ускорение и оттолкнуть от устройства. Не рекомендуется применять устройство к органическим объектам. Очень даже рекомендуется. Мотылек. Мотылек – одноместный транспорт с независимой сменной энергоячейкой и полной свободой персонализации внешнего вида. Ломочные всенаправленные толкатели позволяют им одинаково хорошо работать как в воде, так и в космосе. Большинство кораблей большой дальности несут по крайней мере два транспорта данного класса, чтобы облегчить изучение и освоение малых астрономических тел, однако их также можно изготовить в обычном переносном сборщике транспорта. Характеристики. Максимальная скорость 13 метров в секунду, ускорение 5 метров в секунду, дальность хода на одной энергоячейке 10 км, критическая глубина погружения 200 метров, количество слотов под модуль улучшения 4, размер в метрах 3 на 1,5 на 1. Элементы жилища, комната сканирования. Это продвинутый модуль базы,
может превратить небольшой этот продвинутый может, модуль базы может превратить небольшой форпост в развивающуюся научную или разведывательную станцию. Трехмерный дисплей в центре комнаты отображает топографические данные местности. Система может сканировать и определять конкретные материалы. Дистанционно управляемые дроны сканируют местность в радиусе 500 метров. Настенная камера позволяет управлять разведывательными дронами. Консоль улучшения может быть использован для расширения возможностей модуля. И осветительная мачта. Стандартная осветительная мачта, предназначенная для направления яркого луча света в одном направлении, полезна при всех видах промышленных и аварийных работ, работает в любой известной среде. Хорошо, так, здесь. Так, говорит штаб-квартира Альтера. Это, возможно, наше единственное окно связи. Мы не можем послать спасательный корабль до самого места крушения, так что, Аврора, вы должны будете просто встретиться с нами на полпути. Мы загрузили чертежи в компьютер корабля. Вдали. Мы за сэндвичами, ты с нами? А, сейчас, одну минуту, секунду. Данная черная вещь показывает, что защищенный терминал в капитанской каюте по-прежнему работает. Вдали. Бекки выходит минут через 5. Ладно, скажи Бекки, что я возьму обычный. Вдали, обычный, да, она поймет, о чем я. А вдруг нет, друг, просто скажи обычный. Я сказал обычный, она мне какой обычный? А мне теперь снова сюда топать. Код должен быть 2679. Обычный — это просто ветчина с сыром. Ну окей, может просто так скажешь, ветчина с сыром? Ветчина с сыром, лады. Дебила, блин. Так, Хасар. Ага, все понятно. Ой, здесь что? Что тут еще осталось? А, энергетика. А, биореактор, точно. На планетах, где органическое вещество находится в изобилии, но солнечного света нет, надежный биореактор часто окажется наиболее эффективным решением. Может быть установлен в любой многоцелевой комнате жилища. Химически преобразует органические материалы в энергию, превращая их в компост. Принимает всю растительную материю от семян и спор до заплесневелых фруктов и овощей. Также может перерабатывать животную материю, жир, мышцы, яйца и так далее. Некоторые органические отходы. Вырабатывает энергию пропорционально калориям в органической материи. Теперь все. Так, что-то у нас из нового. Фоторамка, скамья, утилизатор ядерных отходов, барный стол, дико нужная вещь, да, согласен. Так, осветительная мачта, комната сканирования, я разве еще ее не смотрел? Улучшение скорости сканирования, дальность сканирования, дрон, чип интерфейса, вот это надо. Тут тоже нужен магнетит. Магнетит я знаю, где Сверхскорский ласт, да, станция. Титановый слиток, энергоячейка, стекло, смазка, свинец. У нас все есть, чтобы мотылек сделать. Только хранить его негде будет. Да, это проблема. Лазерный резак, пропульсионная пушка. Угу. Пласталевый слиток. Угу. Все. Так. Так, кварц 2, титан 2, медная руда 1. Так, биореактор, титан 3, комплект проводов, смазка. Так, 3 титана, комплект проводов, смазка-то у нас есть. А вот комплект проводов. Вот, собственно, и комплект проводов. Вопрос только, где реактор ставить? Я бы, наверное, еще одну комнату. Или вот сюда его загнать. Или еще одну комнату сделать. Так, биореактор мы сделаем вот сюда. Так, что у нас там по количеству титана не осталось, да? Титан нужен. А вот, собственно, и титан аж целых 2 штуки валяется. Класс. Может, еще один найду? И тут же. Блин, достал. Берите эту дурацкую топографическую хрень. Да, еще титанчику.
Сейчас прям разбежались и дали. Как это? Потом догонят, еще раз дадут. Ай! Ладно, в принципе, 8 титана у нас есть. На биореактор хватит. Чем биореактор забивать? Вот вопрос. Грибами? Да, видимо. Для начала грибами. А потом туда все подряд будем запихивать. Опа, раз. Опа, два. Батарейки, блин, кончаются, вот что плохо. А, я люк не поставил. Тьфу ты, блин, я люк забыл поставить. Да. Так. Пить связь. Да. Обычно я так и делаю. У меня вот где-нибудь тут в отдельных, так сказать, местах стоят всякие там биореакторы и так далее. Ого. Да, шкафы, прочее. Биореактор. Так, ну пошли грибов наберем сейчас. Подумайте над введением фотожурнала ваших достижений, которые вдохновляют ваши отчаянные времена. Сейчас давайте грибов реально наберем. Или вон рыбок нахватать. Что-то ты не то ловишь эти ск... Ой. Он что, эту еще протянул? Он известняк ухитрился притянуть. Ну и давайте грибов еще на все нахватаем, так сказать. Вот так. Рыб мы съедим, сколько сможем. Заодно узнаем, что там нам пишут всякие нехорошие люди. Либо сейчас скажут, что альтер скоро бахнет. Надо ехать чинить срочным порядком. Сейчас всех приготовим. Да подожди ты трындеть, блин. Пип-пип-пип, достал уже. Ну, что тебе надо? Аврора, это солнечный луч. Мы уже на подходе к планете. И мы нашли место для посадки, которое... Ну, оно лучше, чем альтернатива. Мы отправили вам координаты. Нам понадобится пару дней, чтобы выровнять нашу орбиту, и в это время мы будем в состоянии выйти на прямую связь с вами, а зачем мы спустимся вас забрать. Скрестим пальцы, чтобы погода не подвела и не заставляйте нас ждать. Солнечный луч, конец связи. Твою мать. Неудачно. Приготовленный, выпито. Да пей, ешкин кот. Тям. Вот так. Вот так я обычно и делаю. Тут сейчас надо будет грядки поставить. Нет. Мне бы внутреннюю-то.
А что, у меня титан кончился? Так. Да, у меня кончился титан. Должно хватить, чтобы что. Во-первых, нужно забрать тут все. Так, нет, не это все. Так, медная. Один кварц. Так, ну пошли посадим. Будет ли оно работать, это вопрос. Лампионы. Пошел процесс, отлично. Так, значит, сюда мы воткнем какие-нибудь, ну, ламбионы мы тоже сюда воткнем. Угу. Ладно, окей. Что нам сейчас надо? Нам нужен титан. Нам нужен только титан, ребята. В огромных, мать его, за ногу количествах. Титана нифига нету, блин. Может, о каком-то сканировании построить? Пусть изучает. С одной стороны, идея, конечно, неплохая. Нет уж, милая, иди нахрен. Не для тебя эта рощица его. Отстань, кусочка поганая. Так, 4 есть. Есть 8. Да ты гонишь. Так, ладно. Солнечный луч прибудет. Ну, там как бы сюжетный твист, так сказать, о котором все уже наверняка знают. Ну, кто не знает, ничего страшного. Посмотрим, естественно, посмотрим. Так, сейчас нам надо все-таки закончить с базой. Потому что, помимо всего прочего... Твою мать. Ладно, пусть валяется. Свинца у нас нету, да? Так. А, тьфу ты, чтоб тебе. Естественно, надо будет еще создать и солнечные батареи в обязательном порядке. Несколько штук. Это, как говорится, даже не обсуждается. Куда ж без них? Отлично. Главное, несколько это... Блин, их надо прямо сейчас создавать. Так, солнечная батарея, что там надо для нее?
Медная руда. Медная руда, медная руда. Медная бруда. Так. Это золото, это не медь. Кислотные грибы целая куча. Ладно, давайте сначала разберемся с этими долбанными посевами. Всякого разного. Растет. Так, нет, никаких наружных, только внутренние. Угу. Опа. Это вообще что? А, ну растет. А, ну ладно, окей. Да, я что-то... Я думал, оно... С ним что-то не так. Но раз оно растет, пусть растет. Так. Да, и это растет. Все прекрасно. Что тут у нас? Только два гриба ушло. Вообще великолепно. А, ну, собственно, что? Опа, опа. Класс. Так, сюда может шкаф тогда приткнуть? Да, кстати, пожалуй, идея неплохая. Блин, кварц. Может, на стену нафигануть? Просто парочку. Био топливо. Все? Да, вот, Настя. Тут что-то я как-то далековато его. Сейчас, минуточку. Сейчас далековато повесил. Сейчас сообразим. Вот так, да. Биотопливо. Все. Вот так. Отлично, отлично. Да я вот думаю, может тогда нафига мне эти стоячие шкафы? Хм. То есть обычно вот здесь я, например, ставлю окошко. Так, стекло. Стекла у нас нету. Вот уж давайте мы его сделаем. Стекло. Стекло у нас как бы есть. То есть я его, по-моему, делал. Или не делал? Нет, не делал. Стекло. Парочку. Так, что у нас по... Ага, у нас опять очень мало титана. Где же ты, титанушка моя? Титаночек, титанушечка, титанчик. Прекрасный мой, я тебя погрызу, я тебя покусаюсь, блин, я тебя так покусаюсь. Чуть он еще будет. Мелюзга сопливо. Цец. Я тут самый страшный. Ага. Мимо. Чмошник. Блин, все царство за титан. Ёшкин кот. Так, мне туда вниз надо, да, я помню. Я помню, мне туда надо.
Да, да, я помню. А я вроде тут что-то не сканировал. Или сканировал. Ну вот известняк. А. Свинец — это шикарно. Ой, сейчас помру, кажись. 6 3 0. Фуф. И снова я выживаю в последнюю секунду. Как же это прекрасно. Опасно и прекрасно. Так. Кто-нибудь видит титана? Ядрить его в корень, блин. Че, все уже? Будильничек прозвенел. Пора детям отдыхать, да? Ну ладно, пора так пора. Поехали. Ай, да уж, ничего, так солнечный луч. 26 минуточек. Смотрим, может, увижу. Ищу титанушку по дороге. Бывают же чудеса на свете. Или нет. Ой. Так на полной скорости на глайдере, блин, башкой в скалу. Дунс. И на этом. И заканчивается. И наше прохождение на этом заканчивается. Кстати, у меня вопрос. А есть у меня усиль? А, смотри-ка, ты есть, да, Титан 3, усиленная прочь. Ну, то есть, это есть, да. Так, обычное окно ставлю вот так. Вообще, прочность 10. И сюда одно. Вот так. Так, вопрос. Все ж таки. Кварц, титан, медная руда. Что, у меня есть и то, и другое, и третье? Медвомедные. Да, реально. Так, вот все-таки вопрос. Что лучше? Кварц, настенный шкаф. Ой. С другой стороны, вот такой шкаф. Ну-ка, давайте проверим. Смогу ли я два поставить? А, то есть он не лезет, да? Не, тогда лесом. Тогда будем эти стеклянные делать. Да, такие вот. Так, стоп. Литий. Литий, литий. Литий, литий, ты могуч. Давайте сейчас, так сказать, немножко дозакончим. Так. Еще титан. Чувствую, по-хорошему надо будет отдельную какую-то серию сделать без записи. Ну, чисто, знаете, плавать, пособирать тут всякие ресурсы, чтобы вам на это дело все не смотреть. Блин. Ты реально с ума сойдешь. Так. Зачем мне это надо? Усиливаем базу. Даже так вот, чтобы немножко усилить корпус. Люблю я такие вещи, знаете, усиление корпуса и так далее, всякие вот такие штучки. Чуть дико мне зато прет. Меня прет. Вот, а проблема, например, того же шкафа заключается в том, что его потом хрен поставишь к этой стене. Ну, то есть, если поставить шкаф вплотную к обычной стене, ну, так, два шкафа. Красота? Ой, все улеглось. Красота.
просто няш-мяш и восторгаш, блин, так. Нет. Да, да ну что ж ты еды, твой в корень, ты ж навёл. Да. Ты прям... Прям проблема. Да... Все. Все перетащили. Да нет, ящики тоже переложим. Так. Струн эти всякие пока что вот так свалим сюда. Угу. Ресурсы сюда. Так, а что там нам надо для создания кварц и титан? У меня нет ни того, ни другого. Ну ладно, да, пока... А, хотя нет, давайте-ка вот так сделаем. Вот сюда это тоже свалим. Пустые батареи тоже. Кстати, батареи уже кончаются. Стоп, а это здесь как оказалось? Все. Beautiful. Просто... Beautiful. Взять мраморную дыню. Растет. Растет. Вообще супер. Все, ребят, просто прекрасно, блин. Прочность базы запредельна. У нас все есть. Так. На двойку, это на тройку, на четверку. Фонарь. То есть фактически все, что нам осталось в следующий раз. Это, в общем-то, обеспечить базу еще энергией. Ну, сгонять на солнечный луч, естественно. Обеспечить базу. Да, да, уверен. То есть, что у нас надо будет? Обеспечить базу дополнительной энергии. Сгонять, наверное, все-таки за картофелем на остров. Ну, мы, собственно, туда и поплывем, да, чтобы посмотреть на этот луч, как он прибудет. По-моему, он на остров прибывает к этой пушке. По-моему, оттуда с... место встречи. Так, построить еще пару шкафов, раскидать немножко шмотки. По ним, ну, типа там, знаете, ресурсы, не ресурсы, там, органические, неорганические, вот по такому признаку распинать это все. Перетащить немножко поближе этот сборщик транспортных средств. Наверное, построить еще одну комнату чисто с грядками отдельно. Надо будет еще одну платформу сделать снаружи, с наружными грядками, ну, там эти грибы высадить. Для батарей. Ну, понимаете. Я, кстати, насчет кристаллов до сих пор, этих кораллов до сих пор не знаю, можно их как-то размножать или нет. Ну ладно, посмотрим. Все ерунда. Кстати, зарядного устройства мы так до сих пор и не нашли. Вот что плохо для всех этих батареек. Они засранки такие кончаются. Ну ладно. В общем, в следующий раз уже будем так активнее строиться. Пошел процесс, как говорится, с едой вопрос решили. С водой вопрос... А, с водой вопрос еще не решили. Да, очиститель этот, водоочиститель мы его еще не нашли. Ай-яй, не очень хорошо. Ну ладно, это все будет в следующий раз. А пока что, народ, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Если подписались, обязательно пожимайте колокольчик, это очень важно. Делитесь этим видео в соцсетях, друзьям, о нем рассказывайте. Ссылка на плейлист и на поддержку канала, как обычно, в описании под видео. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, девушек, чмокаю в щечку. Ну и за всем все. Всем счастливо.